исходя даже из того, что это древнейшая там профессия, соответственно, если древнейшая профессия существовала, значит, древнейшие всегда были проблемы с этим связаны. И если уж веками это не искоренилось, то я не думаю, что это куда-то уйдет насовсем. Как, да, в разных странах по-разному, где-то это легализовано, где-то это, наоборот, уходит в подполье, но когда что-то, я думаю, что Америку не открою, когда что-то уходит в подполье, это только лишь порождает то, что другие люди, которые закрывают глаза, скажем так, на это, да, на уход в подполье чего бы то ни было, какого бы то ни было теневого там бизнеса и так далее, тут просто обогащаются люди, ну, даже блондинкам понятно.